С долгами за границу можно только, если эта сумма не превышает 10 тысяч рублей. В противном случае в дело вступают судебные приставы, выносящие запрет. Таковы требования нового федерального закона, который на днях вступил в силу. Гражданин может стать невыездным в случае неисполнения судебного решения и заявления взыскателя. К должникам относятся не только злостные неплательщики алиментов, хотя их большинство, но и те, у кого есть долги по кредитам, квартплате и штрафам ГИБДД. В Республиканском управлении службы судебных приставов отмечают, уже есть первые результаты. В результате внесения постановления об ограничении выезда более 50 должников по алиментным обязательствам погасили свои долги. И мы считаем, что это довольно эффективная мера на сегодняшний день. Также мы планируем до конца года вынести более 3000 постановлений об ограничении выезда за пределы РФ. Узнать о задолженности можно в интернете. На сайте Управления службы судебных приставов по КБР размещен банк данных должников.